Так, вот, вот Теска. Значит, в каждом супермаркете здесь есть свой хлеб с семечками. Это вот от Теска. Хлеб с семечками Super Seed Farmhouse Love. Короче, хлеб с семечками от Теска. Стоит около фунта. 800 грамм. Ингредиент. Значит, семечки. Sunflower. Millet, Pony Seed, Pumpkin Seed. Вот. Интересно. Значит, от Азды хлеб с семечками. Там и внутри хлеба есть семечки, не только сверху. Сейчас посмотрим хлеб от Теска. Только снаружи. Или есть и внутри семечки? Да. Семечки внутри есть. В хлебе. Отлично. И мак даже есть. Так, пробуем. Я уже вижу, что она мне понравится. Да. Это оно. То, что доктор прописал. Да. Красота. Я буду скучать по этому хлебу.